мужчина Лиам Хемсворт. Лиам Хемсворт, красавчик. Красавчик. Если вы не понимаете, почему женщина находит его привлекательным, я бы на вашем месте показался врачу. Эти большие глаза, которые заглядывают тебе прямо в душу. Наверное, они нравятся девушкам. Но ему стоило бы подкачаться. По словам Лиама, в юности он много времени проводил в городке Филипп-Айленд, который находится на острове в нескольких километрах от Мельбурна. Там он занимался серфингом со своими братьями Крисом и Люком, тоже профессиональными актерами. Как многие из вас наверняка знают, Крис играл Тора в недавнем фильме «Мстители» по комиксам Marvel. А Люк? Ну, тут сложнее припомнить что-то стоящее. В интервью журналу Men's Health в 2012 году Лиам рассказал о страшном происшествии Филипп-Айленд, которое случилось с ним, когда он был ребенком. С 13 до 18 лет я занимался серфингом, рассказал Лиам. Я ходил на пляж каждый день, до школы и после. Я мечтал оставаться серфером всю жизнь. Все мои друзья тоже этим увлекались. Серфинг даже был включен в школьную программу. Нам рассказывали о разных его аспектах, например, как судить соревнования. Когда журналист спросил Лиама, не боялся ли тот утонуть, он ответил: «Страх смерти придает серфингу остроту. Когда я был маленьким, я однажды запутался в креплении для доски под водой. Веревка обвела все мое тело, и я не мог выбраться. Воды было по пояс, но я чуть не утонул. Только по-настоящему крутой парень может так спокойно рассуждать о смерти, но я уверена, все мы рады, что он выжил».